шапочка интересная такая. С овчинкой, с каракулем. Дома озвучим. А такие вот почем шапочки? Семь. Что это такое вот? Это кролик. Кролик мягкая такая. А по 3000 в рекламе было указано, это какие шапочки? Понятно, спасибо. А шубы вот от скольки до скольки цены идут? Понятно, ладно, пойдем поснимаем. А это где они такие висят? А вот эти шо из чего? Норка. Норка. И цена одной? 120-125. А кто производитель, где их шьют? Пятигорский, да? Такая красота из норки у нас. Шубка одна 120, другая 125 тысяч. Не знаю, камера передаст или нет. Фурнитурка такая, пуговка вообще шикарная. И шапочки от 3000. Дороже. А мутон, мутон шубки, по-моему, от 20. От 20 мутончик, да? От 20. Это у нас находится в Одинцовском пассаже.
напротив кинотеатра «Юность». Торговать они еще будут завтра, 14 и 15. Как заходите в пассаж, сразу, оно вот ориентир «Елочка». И сразу вот налево. Тут шубки увидите. Ну и вот, на этом, наверное, все. Всем спасибо. Всем пока.